Всем привет, ребята! И вы на канале Настя Плейс. И недавно, ребята, представляете, у нас вышел аэропорт. Вот, смотрите, где он находится. Он такой большой, и он в моих самых любимых оттенках. Мне нравится бежевый, мне нравится фиолетовый. Он такой красивенький. Ребята, вот эта вот часть, видите? Эта часть очень красивая, мне нравится. Если бы это был дом, то я бы в нем жила, потому что он очень красиво смотрится. Поэтому да, раньше тут вот просто был город, и после вот этого вот оранжевого магазинчика мебели у нас тут были разные места для отдыха. Вот тут кемпинг есть, тут можно на доске покататься, ну короче. А теперь нам тут сделали, так можно сказать, новый город с аэропортом. Давайте-ка мы побыстрее туда зайдем. Так, заходим и... Вау, ребята, смотрите, с самого начала у нас вот вход до аэропорта. О, кстати, я не видела, ребята, смотрите, добавили такую эмоцию, что я могу разговаривать и одновременно ходить. Вот, могу... Ну, если мы отпустим персонажа, то эта эмоция спадет, но мы вот так вот можем ходить, и это, как по мне, круто. Вот, разговаривать и ходить. Смотрите, вот тут с самого начала... У нас автомат с едой, чтобы мы перекусили, пили перед долгим полетом. Этой коробочки тут не было, я ее взяла, потому что, ребят, тут нереально много секреток. Поэтому я эту коробочку сюда притащила, чтобы мы сюда собирали все всякие там зацепки, секреты. Ну, короче, вы поняли. Здесь у нас нету никаких секреток. Тут, кстати, новые шоколадки добавили. Их раньше тут не было. Вот были тут всякие батончики, сникерс, чипсы, газировка. Но вот этих вот трех шоколадок не было. Их добавили именно в аэропорте. Но, как всегда, мне нужно все попробовать, ребят. Ну, чтобы я потом знала на будущее покупать, какие мне шоколадки нужно покупать. Да-да, поэтому нужно все обязательно съесть, а потом уже покупать. Ну, все. Берем нашу коробочку, и вот тут у нас можно взять кофе, это кофе или капучино, не знаю, латте, что-то такое, оно просто в разных стаканчиках. Они тут разные напитки, смотрите. Ладно, на тебе пустой. Ну, на дальнейшее ты там у себя дома его еще будешь хранить, потом какие-то напиточки туда перельешь, да-да-да. Весь мусор прохожим отдаем, ребята. Ладно, ну все, шутки шутками, нам нужно разгадывать секретки. Вот тут у нас такая зона отдыха, тут, ребята, у нас пуфики, можно посидеть. И добавили новые эмоции, вот это моя любимая, ребят, я люблю так вот ногу ставить, только я больше люблю ножку на ножку, знаете. Вот так, это моя эмоция, я так теперь везде буду сидеть, ребята. Боже мой, спасибо большое, создатели Avatar World. Вы сделали, наконец-то, мою эмоцию. Я также вот так вот люблю сидеть. Это я на коленках стою. И, короче, о, это вот это. Это когда я, короче, в больнице такая жду моей очереди. Знаете, вот я боюсь делать прививок. Я такая, все кончено. Прививки, не хочу делать прививки. Я просто реву весь день. А потом на следующий день это не больно. Ну, я зато все слезы свои пролила, да-да. Тут у нас такой самолет, это все-таки аэропорт. И вот тут, ребята, у нас нужно поставить самолетики. Вот видите, полочки, сюда мы можем положить что-то. Сюда мы должны положить самолетики. И тут всего, ребят, 4 этажа, но нам пока что открыли только 2. Значит, вот первый самолетик с первого этажа, второй с второго, третий с третьего и четвертый с четвертого. А потом что-то должно произойти. Я не знаю, потому что еще третий и четвертый этаж не открыли. Ладно, идем дальше. Ну, тут такая зона для отдыха. Тут можно им посидеть. Куда коробка испарилась, ребят? Это нормально, что она вот так вот за диван? Капец, ребята. Она у меня за диван перекинулась. Ну, смотрите. Я не разгадала, что вот тут. Мы тут просто нажимаем на эту доску. У нас появляются разные смайлики. Честно, я не разгадала, я не понимаю, что это, тут просто смайлики появляются. Ну ладно, мы это оставим. Смотрите, что дальше. У нас тут тетенька, которая может рассказать, не знаю, о полете, или она рассказывает, какие мы места будем пролетать. И смотрите, за ней, за этой тетенькой, у нас тут такая еще полочка с плакатиками. И за этими плакатиками у нас находится вот такая вот часть, ребята. Эта часть у нас от самолетика, вот.
часть от самолета мы в это верхнее отверстие должны положить, и она сюда идеально, ребята, влезет. Вот, берем коробочку. Дальше тут ничего нету. Но смотрите, вот тут у нас есть чемоданчик, он взвешивает, сколько багажа в чемоданчике. И смотрите, нам нужно сюда поместить всякой всячины. Вот, можем сюда, именно в чемоданчик должны положить всякие, много всяких предметов, чтобы этот счетчик, сколько у нас багажа, показывал этот самый, как там его, 99, что у нас тут очень много багажа всякого. Нам нужно всякие сюда загрузить штучки. Ну, я вот это буду загружать. Тут художное, вот это. Короче, все подряд загружанькиваем. Вот. Тут еще давайте вот это, то, что у нее. Ну, давайте, 99. Вот, все, ребята. У нас открылась вот эта вот секреточка. Тут у нас подарочек, а в нем крыло от самолета. Это, ребята, тот же самый самолет. Вот, мы идем сюда. И мы вот сюда, в эту, вот видите, такой овал, можно сказать, мы сюда вставляем часть от самолетика. У нас еще последняя часть осталась. Я вам все сейчас наглядненько покажу, где она. Вот тут, ребята, у нас, тут у нас мы проходим, чтобы потом нам тетенька выдала билет. Ну, давайте не будем спешить, ребята. А то поспешишь, людей насмешишь, как говорится. У нас вот, ребята, есть часики, и нам, ну, и смотрите, мы нажимаем. У нас тут двигаются стрелки, как обычные часы, но нам, ребята, нужно определенное время сделать, чтобы нам открылись эти часики. Ну, сейчас я вам покажу, кто не понял. Вот, например, вот тут надо было не все инструкции сюда положить. Ну, все что угодно вообще туда можно ложить. Смотрите, вот первая такая инструкция у тетеньки, фиолетовая. Тут, ребята, инструкции, которые отличаются. Тут единственная фиолетовая, единственная вот такая зеленая, единственная такая с корабликом. Это такой журнальчик. И тут у нас еще единственный с мячиком. Вот, это все, что нам нужно. Вроде бы я все там 4 часиков. А нет, ребята, еще желтый. И такая единственная желтая. Эти, так скажем, не знаю, журнальчики, карты нам понадобится. Смотрите, мы их передвигаем. Давайте их в коробочку пока что положим. Я вам все покажу. Я думаю, что, ребята, все секретки в этом видео не вместятся. Ну, потому что тут очень много секреток. Поэтому, не знаю, если вместится, то будет все в одной части. Если нет, то будет две части. Как мы разгадываем секретки. Смотрите, вот мы достаем эти журнальчики. Давайте начнем с желтого. Когда мы его откроем... Вот, кстати, на каждом из журнальчиков, ребята, есть часики. Вот на красном, вот на синем, вот на зеленом и вот на фиолетовом. Ну, кстати, розовым, да, розовым. И смотрите, на каждом рисунке есть часики, и мы должны это время сделать. Ну, смотрите, например, вот зеленые часики. Тут одна стрелка показывает вниз часиков, а вторая вверх. Только тут непонятно, какая внизу, какая выше стрелка, поэтому давайте-ка вот... Сделаем время. Вот, передвигаем часики. И нам открывается ячейка. Тут у нас такой шарфик и такая курточка. И мы так должны время сделать на всех часиках. Вот тут, например, смотрите. Должны перевести маленькую стрелочку вот сюда. И большую стрелочку. Видите? Ну, как нарисовано на рисунке. Короче, сейчас. Вот сюда сейчас. Просто это очень долго. Вот. Если я не ошибаюсь. Блин, а что неправильно? Я не могу понять сейчас, ребята. Я все сейчас пойму. А, наверное, нужно наоборот. Сейчас, ребята. Да, вот, ребята. Все, наоборот надо было. И такая нам кофточка выпадает. Дальше давайте синенькие часы. Вот, синенькие часы. Сейчас мы попробуем перевести стрелки на то время, которое указанное. Хорошо, если так... О, вот, ботиночки, ребята, ботиночки и перчаточки. Ну, наконец-то. Думала, что я буду вечно ждать. Дальше у нас остались еще фиолетовые и желтые. Мне больше нравится. Это розовый, да, извините. Немного я напутала цвета. Так, ну вот, розовенькие часики. Мы должны их перевести на вот такое время, да? Если... Вот она такой, да? Да, у нас такой шлем. Я поняла, это костюм пилота.
Вот. И еще осталась желтая такая инструкция. Мы должны перевести вот эту маленькую стрелочку наверх. Вот сюда, да? А, наоборот. Вот, а маленькую стрелочку мы наоборот должны в другое место. Вот, ребята, а маленькую стрелочку вот сюда. Правильно же? Или неправильно? Опять им что-то не нравится. А, вот, все, и штанишки. Вот так вот. Ну, эти секреточки нам больше не нужны. Давайте-ка мы их положим вот сюда, куда надо. Быстренько их сложим. Вот так. И последненькую. Давайте, чтобы костюмчик не пропадал, мы его на кого-то оденем, например, на этого пацана со скейтом. Ну все, теперь будешь летчиком. Я не хочу быть летчиком. А кто тебя спрашивал? Будешь? Тебя никто не спрашивает. Хочешь ты быть летчиком или не хочешь? Ты будешь им? Вот, все, смотрите, какой он стильный костюм. Тебе скейт. Ну все, идеально же. Ну все, ребят, идеально. Теперь берем коробочку. Смотрите, дальше. У нас тут тетенька. Смотрите, мы должны сюда паспорт ей дать. И когда мы его приложим вот сюда, то нам выдаст билет штучка. И в кассе это, ребята, тетеньки. Вот мы можем открывать. Тут у нас часть последняя от самолетика. Давайте-ка мы ее сюда принесем. И вставляем. И, ребята, у нас открывается такое дело. И тут у нас самолетик для детей. Знаете, сюда садишь ребенка. В садике много детей. Я потом вам покажу. Ну, короче, сюда садишь ребенка. И он может в этом самолетике кататься. Ну, такая секреточка крутая. Давайте-ка мы самолетик наш как-то вниз. Вот. Чтобы потом мы вот сюда, в эти ячейки, положили наши самолетики. Отлично. Проходим. И вот тут, смотрите. Вот тут, ребята, я сразу увидела этот проход. И этот проход меня очень заинтересовал. Сейчас покажу, как его открыть. Кстати, вот эта вот дверца, ее можно открывать как... мышкой или пальцем, или как билетиком, вот сейчас. Вот так вот закрываем и можем открыть билетиком, отлично. Ну, удобнее, мне кажется, рукой, да. Кстати, персонаж может проходить сквозь, видите, поэтому это немного недоработочка. Вот видите, я могу сквозь пройти. Ладно, смотрите, мы идем вот сюда, тут у нас ничего интересного, проходим. А что ты пикаешь на меня? Не пикай, я сейчас свою маму позову. И еще тут как пикать начнешь. Все. Смотрите, какая собачка, ребята. Эта собачка очень похожа на маленького корги. Только мой он полностью, этот самый, такой бежевый. А этот он такой коричнево-бежевый. Просто немножко покрасили, и песик вот поменял немного цвет. Я сначала подумала, что он грязный, его нужно как-то отмыть. Я думала, что это секретка, но это не так. Это просто порода нашего песика, и это нормально, что он такой. Смотрите, мы можем с песиком вот так вот прикольно танцевать. Умора. Ладно, смотрите. Вот, для него костюмчик есть. Смотрите, какой костюмчик. Классный, теперь у нас модная собачка. Ладно, у этого мужчины, который следит за этим всем, есть такая бумажечка. И мы должны с этой... Садись, ладно, ну и стой себе, если хочешь, ладно. Я тебе не успокоюсь, пока не посажу, вот. Мы эту бумажечку берем и идем обратно. Вы сейчас узнаете, почему. Так, давайте мы посторонние предметы уберем, чтобы они нам не мешали. Да и людей, в принципе, тоже давайте-ка по-быстренькому вот так вот убиранькиваем. Все, смотрите. И тут у нас показано вот такой вот рисуночек. И мы должны вот эти вот палочки сделать так же самое на этом рисуночке. Сейчас покажу как. Смотрите, вот тут столбики такие и палочки. И мы должны нажать на два столбика, и у нас палочка отсоединяется. Вот на столбике, там, где мы хотим ее соединить. Вот, например, на вот этот нажимаю столбик. И на вот этот нажимаю столбик, и у нас убирается палочка. И так мы должны сделать рисуночек этими палочками. Окей, смотрите, вот тут мы делаем квадрат посередине. Дальше мы вот тут соединяем. Дальше соединяем вот здесь также. И соединяем вот тут. И вот тут также две палочки, вот, чтобы у нас тут провелись линии.
и выключаем там, где нам не нужно. Вот тут выключаем, вот тут выключаем. И вот тут уже, ребят, все, проводим. Эй, неправильно, вот. А вот это выключаем. А что неправильно? Сейчас, ребят, я пойму, что неправильно. Это, все правильно, 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 правильно. А что непонятно? А что не так? Я же сделала так же самое. Так, квадратики, квадратик, 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 квадратик. А что неправильно, ребята, не могу понять. Или я где-то палку забыл убрать. Я просто не понимаю, что не так, ребят. Я же сделала, как на рисунке показано. Вот тут я палочку забыла. Боже мой. Все, и тут у нас появляется такая золотая карточка. Сейчас покажу, куда ее деть. Так, ложим сюда ее в коробочку. И приносим обратно мужчине его карточку. Ну вот, держите, не знаю, зачем она вам, ну просто пусть лежит. И мы вот этой как раз карточкой можем открыть дверцу. Смотрите, открываем вот так. Ну все, ребят, на этом уже первая серия подходит к концу. Если вы хотите узнать, что будет дальше, какие я потом еще секреты найду, то тогда смотрите вторую часть. Ну и всем пока-пока!